Седьмой канал и вновь самое опасное шоу на казахстанском телевидении. Шоу «Бум». И не будем, как говорится, ничего тянуть и откладывать. Мы начинаем! На сцене команда, которая сегодня бросает вызов нам, всему шоу. И они говорят так: мы легко заберем у вас все 4 миллиона. А мы говорим: посмотрим. Шоу «Бум» приветствует команду «Бояки». Как-то боязно выбегают они, даже выходят. Знаете, размеренно. Команда Асель Сагатовой. А команда «Бояки», я так понимаю, пока вам боязно немножко, да? Но я надеюсь, что все-таки наш шоу расслабит вас, потому что волнение сыграет с вами злую шутку. В составе Спасибо. Команды «Бояки» капитан команды Асель Сагатова. Модель, актриса, телеведущая, обладательница красного диплома и степени магистра по специальности регионовед. Роман Александров, главный редактор журнала о моде Fashion Collection. Ведущий и устроитель ивентов класса люкс, гурман и кулинарный эстет, а его кролики по-провансальски ходят легенды. Но если мы выиграем, мы передаем деньги на благотворительность. Спасение, насколько я знаю, ребенка. Ребенка, да. Мама Эмирея, 17-летнего мальчика, который нуждается, остро нуждается в пересадке почек. Продолжаем. Арай Аманкулова, известный пиарщик. Аплодисменты, Арай. Светская львица и в данное время лицо, приближенное к телу Асель Сагатовой, да? Хорошо. Асель Садыкулова, директор по маркетингу крупной косметической компании «Симфанатио». Нам запретили говорить название этой марки, но мы-то знаем, кто она. Итак, друзья мои, все к правилам. 8 бомб. Вы заберете главный приз 4 миллиона, если обезвредите все 8 бомб. Первые 4 бомба с 4 вариантами ответа, которым соответствуют проводки разных цветов. Будьте внимательны, перед вами будет экран, на котором будет все показано. Разговаривайте со мной, вам нужно отрезать только неправильные варианты ответа. Один правильный нужно всегда оставлять. У вас будет на все 1 минута до 8 бомбы. На 8 бомбе будет 2 минуты. Порядок выступления вы выстраиваете сами. Если вдруг бомба взрывается, уходит миллион и уходит участник. Раз за игру команда имеет право взять помощь своей команды. Секундомер остановится, вы пойдете туда и возьмете помощь команды. То есть все могут подсказать еще 10 секунд. Вы готовы? Да. Седьмой канал, шоу «Бум», команда «Бояки». Погнали! Кто начнет? Мужчина. А вот молодцы, девушки, молодцы. Вот надо же посмотреть-то сразу-то опасно, да? Роман, к бомбе! Девушки, удачи! Внимание! Первая бомба. Первый вопрос. 4 варианта для него. Черная, белая, желтая, синяя. Вопрос. Какой цвет юрты в Казахстане символизирует достаток и благополучие? Время. Белая. Разговаривайте со мной. Белая, белая. Подождите, белая символизирует? Белая символизирует. Белая символизирует. Соответственно, для вас правильный вариант — это белая. Белая. Все остальное неправильно. Все остальное Начнем неправильно. Начнем с того, что значит мы отрезаем. Нет, белую нельзя трогать. Мы отрезаем любые другие. Белая — это какая-то желтый проводок. Он правильный. Его оставляем, остальные начинаем с оранжевого, да? Перерезаем и ждем. 3, 2, 1. Правильно. Продолжение. Это, конечно же, не желтая юрта. Понятия не имею, кто придумал, что желтая юрта вообще существует. Синяя, белая, черная. Перерезаем. Вариант ответа — черная, да? Символизирующий синий провод. Перерезаем и ждем. 3, 2, 1. А почему белая символизирует? Ну, чисто интуитивно. Я чисто думаю, что интуитивно. Белая невеста, чистота. Ага, то есть вы перерезаете еще зеленый проводок, символизирующий синий вариант ответа. Давайте. Я давайте. Думаю, белая. Все-таки белая. Роман, 3, как же мне? 2, 1. Бомба нейтрализована. Молодец, молодец, молодец. Ну, Рома, в принципе, это тоже молодец, неплохой вариант. Рома, молодец. Молодец. Вторая бомба. Появись. Все так же, по-прежнему 4 миллиона. Вы не использовали подсказку, вы очень четко и хладнокровно обезвредили бомбу под номером 1. Надеюсь, та же участь ждет и вот эту вот штуковину. Бомбу под номером 2. Варианты ответа. Смит. Ли. Сидоров. Ой. Капур. Какая ваша настоящая фамилия, господин Александров?
Потому что Александров сдается мне, это не ваша фамилия. Вопрос. Какая фамилия самая популярная в мире? Самая популярная фамилия в мире – это Кузнецов. Стоп, вы сначала скажите мне. Смит. Переводится «кузнец», и кузнец. Самая популярная фамилия в мире – это стоп, Кузнецов. Смит. Это «синий» остается, он правильный, да, ответ, да, да? То есть вы считаете, что Сидоровых мало? Я считаю, что Ли больше, как китайцев, но по статистике фамилия Смит самая популярная. А вам не кажется? Ну, время. Давайте начнем не со Смита и не с Ли, да, тогда? Получается, стоп. Смотрите, Капур. Есть Сидоров и Капур, которые вы точно уверены, что они не могут быть. Вот, отрезаем Капур, значит, да? Ждем, Роман! 3, 2, 1. Правильно, правильно, правильно. Это, конечно же, не Капур. И это не Сидоров. Не Сидоров, а как же вот эта вот Россия? Все Сидоровы! 3, 2, 1. Конечно. Из моих познаний из географии самая популярная фамилия в мире – это Смит. Говорите со мной, говорите со мной, говорите со мной. Ли или Смит? Вы что хотите перерезать? Желтую хочу перерезать. Смотрите, китайцев миллиард, Смитов. Хорошо, Смитов перерезаю. Я не знаю просто, я не знаю! Я не знаю! 2, 1. Бомба. Бомба номер 3, Роман Александров, команда «Бояки», 7-й канал. Бум, начали! Роман, мне уже влетело за то, что я так или иначе участвовал и надавил на вас в выборе фамилии Ли. Поэтому сейчас я буду вас запутывать. Будьте к этому готовы, не слушайте меня вообще. 4 варианта ответа для бомбы номер 3. Солнце. Глаз, колесо, птица. Вопрос. Что изображено на флаге Индии? Есть подсказка команды, а пока время. Я не знаю, правда. Ну и все, закончим. Давайте. Я думаю, что это не птица. Не птица? 3, 2, 1. Конечно, это не птица. Это не птица, Роман, вы не я знаете, думаю, что надо это по не интуиции. Солнце. Я думаю, что это не солнце. Не солнце, да, ну хорошо. 3, 2, 1. Глаз или колесо? Я не знаю, глаз или колесо? Да, продолжайте. Да, это не солнце. Стоп, Рома, поговорите со мной на 40 секунд. Я думаю, что это не колесо. Хорошо, что изображено, вы глаз. Думаете? Глаз? Индийский флаг, глаз. Нет, не глаз. Колесо? Или глаз? Я думаю, что изображено колесо. Рома. Значит, соответственно, вы должны перерезать глаз. Удачи, Рома! 3, 2, 1. Бомба. Молодец, Рома! Молодец! Вы начинаете нас пугать, господин Александров. Бомба номер 4 сейчас для вас. Встречаем. Итак, 4 варианта ответа, 4-я бомба. Будьте добры, варианты. Блондин, брюнет, шатен, рыжий. Кем вы были раньше, Рома? Шучу. Шатеном. Спасибо, это личный был вопрос. Внимание, теперь вопрос. У кого из этих людей на голове растет больше всего волос? Время! У брюнетов. Стоп, стоп, точно? У брюнетов. Это откуда вы знаете все, скажите, интуиция. Пожалуйста. Вы перерезали рыжих, а рыжие сейчас против вас. 2, 1. Ты смотри, что делает этот человек, а? То есть вы остаетесь на правильном ответе, что это брюнеты, правильно? Не знаю. Нет, то есть будете кого сейчас думаю, выбирать? Что не шатены. Не шатены? 3, 2, 1. Я думаю... Рома, поговори со мной. Я думаю, что это не блондины. То есть не блондины? Не блондины. А как же вот эти вот блондинки, девушки с кучерявыми большими волосами? Ай-яй-яй! 3, 2. Рома. Нет. Я бы тоже перерезал блондинок.
О, Ромочка! Чем тоньше волосы, тем больше их на голове. Да. Ну и так, честно говоря, вы отлично шли. Благодарю. Я думаю, даже несмотря на поражение в четвертом раунде. Круто, я круто. Я вижу не бомбы в номером 4. Рома, я тебя молодец! Я вынесенный Роме. Мы продолжаем шоу «Бомб» на седьмом канале. Роман Александров собственноручно обезвредил. 3 бомбы, на 4-й подорвался. Но это ой-ой-ой, какой хороший показатель. 4 вопроса, это уже половина позади. Всего лишь 1 000 000 ушел от команды. На сцене Арай Аманкулова. Давай. Встречаем. Удачи, Арай! Не бойся, боярка. Я за вами наблюдаю, вы очень сосредоточены, честно говоря, не улыбайтесь. У нас веселое шоу, у нас игровое шоу. Да. Я что-то уже хочу домой. А то я за мной, вы такая. Я молюсь. Мы же бояки, мы в образе. Визуализируем. Правильно, правильно. Итак, бомба номер 5, она видоизменится, потому что там будет 5 вариантов ответа. 4 каких? Неправильных. Молодец, 1 какой? Правильный. Бомба номер 5. Будьте добры, 5 вариантов ответа. Сабина. Нурай. Жанерке, Айзере и Дильнас. Вопрос. Какое женское имя новорожденных было самым популярным в Казахстане в 2013 году? У вас есть подсказка команды, а пока время. Хорошо, какое было самое популярное? Вы должны убрать сейчас 4 варианта ответа, которые не были самыми популярными именами. Давайте время чуть быстрее, так, да. Ну, наверное, это точно не Дильнас. Точно не Дильнас. Перерезаем, значит, оранжевый. Он последний у нас, да, и ждем. 3, 2, я не знаю. 1. Молодец, это не Дильнас. Сабина Нурайшенерге, Айзере. Но я думаю, это не Айзере. Не Айзере, почему? Мне так кажется. Хорошо, все, как. Вот как ты чувствуешь, так и делай. 3, 2. 1. Я же сказала! Ой, я думала, Сабина! Но ничего. Самым популярным именем было в 2013 году имя Айзере. Потом на втором месте, знаете, какое? Аян. Аяна, да. Не знаю. А на третьем София. Продолжаем, не встречая Асель. Асель, выходите, пожалуйста, сюда. Я боюсь. Боишься? Да. Не бойся. Все равно боюсь. Оттуда знаешь, что вылетит? Бу. Деньги. Окей. Мы сразу положили туда 2 миллиона. Ну тогда ладно. Чтобы они разлетелись. Смотри, какая ситуация. 6-я бомба. Есть 6-я, есть 7-я и 8-я для вашей команды. Если сейчас ты обезвредишь 6-ю и 7-ю, выйдет госпожа Сагатова к тебе, и вы будете вдвоем. Если сейчас ты взорвешься, а ты сейчас взорвешься, шучу, не слушай меня, я не настраиваю, я неправильно, это так, от плохого, да, то у нее будет задача еще сложнее, потому что 2 бомбы, это уже сложно для одного участника, тем более для капитана, какой бы сильный он ни был. 5 вариантов ответа, 6-я бомба, будьте добры, вы видите их нам на экран. Окончила Оксфорд. Член Тайного Совета Великобритании, баронесса, работала химиком-исследователем и правнучка, праправнучка Вильгельма IV. И это все про вас. Замечательно. Ну, на самом деле нет. Вопрос. Что из этого является неправдой о премьер-министре Великобритании, железной леди Маргарет Тэтчер? Что из этого является неправдой? Все остальное правда. Что правда? Она окончила Оксфорд. Что правда? Она окончила Оксфорд. Вы считаете, это правда, да? Нет, давайте сначала член Тайного Совета. Член Тайного Совета точно. Великобритании. Желтый провод, да? Да. Все, перерезайте желтый провод. Я помогаю просто 3, рассуждать. 2, 1. Да. Продолжение. Она член Тайного Совета Великобритании. Что еще является правдой у Маргарет Тэтчер?
разговаривайте. Можно я посмотрю, работала химиком-исследователем. Что еще раз? Работала химиком-исследователем. Вы считаете, что она действительно работала химиком-исследователем? Скорее. Да? Тогда все. Тогда перерезаем зеленый провод. 3, 2, 1. Да. Продолжайте. Она работала химиком-исследователем. У нас еще 30 секунд для того, чтобы выбрать. Что ты хочешь перерезать? Баронесса. Баронесса, ты не слушаешь меня даже. 3, 2, 1. Все, смотри. Поговори со мной сначала. Что я не знаю, считаешь, она окончила Оксфорд или она правнучка Вильгельма? Ну нет, она, наверное, не правнучка. Не про правнучка? Не про правнучка. Думаешь, она... Я думаю, что она окончила Оксфорд. Окончила Оксфорд? Ой, то есть не окончила, да? Скорее, не окончила Оксфорд. Да, но она не правнучка. Какой она не правнучка, да? Она не правнучка. Оранжевый, да? Скорее. 3, 2, 1. Я запуталась. Я тебе хочу сказать, что она действительно не праправнучка. Я не тот отрезала, что ли? Ты не тот отрезала. 3 миллиона уже ушло. Ушло 3 участника. И только Асель Сагатова может заработать 1 миллион в программе «Бум» на 7-м канале. Я хочу домой. Бомба номер 7. Встречаем. Не надо волноваться, Асель. У тебя есть подсказка еще твоей команды. Но если вдруг ты будешь знать, хотя примерно, лучше эту подсказку не использовать, оставить ее для 8-й бомбы. Хорошо? Хорошо. Итак, внимание на экран. Вопрос. Ответы. Ганнибал Лектор. Джек Риппер. Фредди Крюгер. Суинни Тодд. И Джейсон Вурхис. Вопрос. Все страшилки. Как вопрос. Зовут маньяка людоеда, персонажа фильма «Молчание ягнят»? У вас есть подсказка. Время! Как его зовут? Подсказку возьми. Смотри вперед, Асель. Подсказка. Смотри вперед. Так, зачем мне подсказка? Я же смотрела этот фильм. Я прекрасно помню, что его зовут? Это Ганнибал Лектор. Ганнибал Лектор. Что ты перерезаешь? Фредди Крюгер, давай. И ждем. Спокойно. 3, 2, 1. Да. Продолжай. Это не Фредди Крюгер. Продолжай. Все хорошо. У нас идет... Суини... Может быть, это Суини тот? Время. Нет, это, по-моему, персонаж какого-то более нового фильма. Последнего. Не знаю. Вот. 3, 2, 1. Зрители так за меня болеют, что мне еще страшнее становится. Осталось 3 варианта, у нас хватает времени. Что ты сейчас хочешь перерезать? Джек Крипер – это тоже какой-то маньяк. Но явно не с этого фильма. Все. 3, 2, 1. Продолжайте. Все, Сель, успокойся. Ты оставляешь Ганнибал Лектор, правильно? Ты считаешь, что это правильный ответ? Он синий, да? Он синий, да. Оранжевый – это Джейсон Вурхис. Он был... Нет, мама. 3, 2. Молодец. 1. Бомба нейтрализована. Я тебя поздравляю. Значит, смотри, что сейчас будет происходить. У тебя есть только подсказка. Никто к тебе не выйдет, потому что ты одна из стоящих на сцене осталась в игре. Все остальные уже, аллилуйя, не играют. Но эта бомба будет несколько отличаться от всех предыдущих, потому что она главная, она, во-первых, больше, во-вторых, она опаснее, в-третьих, там целых 8 вариантов ответа. 8! Восемь вариантов ответа, 7 неправильных, 1 правильный. И у тебя 2 минуты для обсуждения и размышления. Ты готова? Не знаю, да. Смотрим, давай посмотрим варианты сначала, да? Давай. Давайте. Рико Гросс,
Алексис Санчес. Яромир Ягр. Тишина. Яромир Ягр. Шеннон Брикс. Асафа Пауэлл. Тайгер Вудс. Вот я вот это вот. Леброн Джеймс. И Томаш Бердых. Вопрос. Кто из этих спортсменов баскетболист? Время. Давай начнем с того, кого ты знаешь. Тайгер Вудс, я знаю. Тайгер Вудс — это кто? Гольфист. Гольфист. Перерезаем Тайгер Вудс. Это какой цвет? Сиреневый. Вот этот? Да. Точно? Да. Раз, два, три, два, один. Да, это Тайгер Вудс. Это, наверное, самый известный гольфист. Чуть подойди ближе. Дальше. Кого ты еще знаешь? Никого не знаю. Ну, никого не знаю. Мне кажется, что это не Санчес, потому что я не знаю. Алексис Санчес, да? Желтый. Тебе не нравится он? А мне все, кажется, давай, не время нравится. У нас идет. Давай перерезать желтый провод. Перерезаем желтый провод и ждем. Три, два, один. Правильно. Алексис Санчес — это футболист сборной Барселоны. Команды Барселоны. Футбольной. Вы знаете? Стоп, есть? Подсказку да, берешь? Да, да, подсказку. Подсказку, стоп! Пожалуйста, пойдем быстро, быстро, быстро к команде, быстро к команде. Да, ребята, посоветуйте, кто? Кого вы знаете. Кто? Мне я кажется, что Яромир Ягр — это баскетболист, хотя я не уверен. Сейчас они, скорее всего, говорят того, кого они знают, она попытается их убрать, и потом мы продолжим. Но есть еще и я. Я тоже должен помочь. А, может, Леброн. Да? Я не знаю. Но он снимался в каких-то фильмах. Не Томаш Бердых, да, вряд ли? Вообще такое. Итак, пойдем, 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 Васильечка, давай продолжим с тобой. Кого еще знает твоя команда? Очень. Кого знает команда? Очень немногих, но нам кажется, что это не Яромир... Ягр, да? Не Яромир Ягр. Все, перерезаем, перерезаем, перерезаем. Красный? Вот это абсолютно верно, абсолютно верно. Перерезаешь Ягра. Два, один. Конечно, потому что Яромир Ягр — это хоккеист. Дальше. Кого еще знает твоя команда? Ну, нам кажется, что это не Томаш Бердых. Томаш Бердых, да? Все, ускоряемся немножко, у нас одна минута, последний это какой? Провод. Вот абсолютно этот? Верно. Да, вот этот перерезаешь, ждем. Три, подойди ближе к бомбе. Два, один. Томаш Бердых — это теннисист. Томаш Бердых. Все, у нас минута и четыре варианта ответа. Посмотри. Мамочка. На бомбу. На бомбу посмотри. Ну, да. Рико Гросс, Асафа Пауэлл, Леброн Джеймс и Шеннон Брикс. В общем, не знаю, я буду перерезать. Рико Гросс? Первый, да. Все. Три, два, один. Рико Гросс — это биатлонист. Продолжайте. Все, 37 секунд. Асафа Пауэлл, Леброн Джеймс, Шеннон Брикс. Все, не ты знаю. Не можешь смотреть на команду. Мне подсказали, моя команда думает, что это Леброн Джеймс. Тишина! Кто тебе перерезаешь? Зеленый, зеленый, не знаю! Шеннон Брикс! Да, она перерезала Шеннон Брикс. Два, один. Шеннон Брикс — это боксер! Все, Аселя, теперь только на себя. Асафа Пауэлл — оранжевый. Леброн Джеймс — это белый. У нас есть единственный правильный ответ, ну, по мнению моей команды. Быстрее! Это белый. Быстрее. А какой еще оранжевый? Я перерезаю, все. Все, она перерезала. Достаточно редко переживаю. Но вот так или иначе, мне нужно быть всегда объективным, спокойным в своей программе. Сегодня у меня это не получилось. И сегодня я очень переживал за эту команду. Может быть, изначально та миссия, с которой они пришли сюда, может быть, обаяние этой команды, я не знаю. Сегодня мы имеем следующее. Команда «Бояки» оказалась очень смелой командой. Миллион тенге они заработали, которые Ура! Пойдут на благотворительность благодаря капитану Асель Сагатовой. Ура!
все, не прощаемся. Верьте в чудеса. Приходите к нам на программу. Седьмой канал. Шоу будет. Пока. Ой, это зеленая? Нет.